Добрый день, друзья! Давайте в рамках фестиваля построения колод посмотрим на игру Circadian Dice. Ну, теперь давайте перейдем непосредственно к игровому процессу. Мы выбираем место, куда пойдем. Давайте пойдем в рейд на бандитов. Маша прихвост так паралета рядом с Мунвудом страдает от рейдов бандитов в прошлом месяце. Давайте разберемся. Неплохо будет, если мы сможем добыть 5 звезд. Начинаем пока за клирика. Другие классы пока не открыты. И можем выбрать себе один из двух артефактов. Можем получить стартовое здоровье на 4, а можем получить одну монетку в конце каждой волны. Так, и поехали. Так, перед нами 6 волн. У волны может быть количество ходов, если мне необходимо в течение 5 ходов их победить. И в свой ход я бросаю имеющиеся у меня кубики. Пока я первого уровня, у меня 2 кубика. В дальнейшем кубиков будет больше. И за имеющиеся у меня золото я могу прокачивать свои кубики. Например, за 3 монетки я могу, например, заменив вот эту грань, вместо меча поставить, наверное, даже вместо щита, поставить атаку клыком. Вот тогда надо будет ставить еще западня. Ну, сердечко пока не нужно. Каждый раз можем делать 2 рерола. Вот так у нас будет еще одна монетка. Что в целом неплохо. Если мы захватим гоблина-солдата, то будет небольшой шанс добавить временную атаку кубиком. Дополнительная атака — это всегда хорошо. Но может быть мы хотим захватить кого-то еще. Ну, давайте избавимся от одного из солдат. И теперь у нас 4 монетки. Мы можем взять вот эту вещь и себе ее разместить. Например, как-нибудь вот так. Каждый раз, когда мы что-то покупаем на потраченные деньги, мы получаем опыт. Сейчас мы получаем 2 урона. Бросаем кубики. И сейчас давайте разберемся с этими двумя. Переходим к следующему. Получаем монетку. Можем получить 2 белых кристалла.
3 опыта. Наверное, нет. Давайте 50 очков и плюс звездочку. Хочется все-таки получить 5 звезд. Так, мы повысили уровень, а значит, можем выбрать новую способность. Можем ослабить, уменьшить атаку врага на единичку. Либо захваченные цели не боссы. А, захватываем случайно врага, который не является боссом. Случайный пустой кубик. Если нет пустых кубиков, то заменяется случайное существо. Ну, давайте тебя возьмем. Вдруг наберем нужное количество. Так, у нас есть еще одна монетка. За две монетки пока мы ничего делать не сможем. Не бросаем кусочек кубика. Этого нет. Так, у него пронзающая атака, которая пробивает щиты. Но за ним... Так, 5 ходов. Я думаю, я пока оставлю так, чтобы были денежки. Избавлюсь от тебя пока. Так, следующий ход. 2 атаки. А может, 2 атаки пока использовать? Хочется больше монет? За 3 монеты могли бы взять уже вот такую штуку, что неплохо. Давайте попробуем рулить. Угу. Атака и белый кубик. Белый кубик позволит щитом выводить священный свет. О! Священный свет неплохо. Давай оставим. Священный свет позволит нам увеличить максимум здоровья. И получить больше здоровья. Это нам понадобится в следующем ходу. Давайте тебя стукнем. Снова 2 меча. Эти 2 меча нам хватит, но как нам открыть? Чтобы открыть сундук, нужен ключ, либо много атаки. Давай перевалим. Во, мы сейчас оставим. Тогда можем оставить, взять себе вот этот кубик, который дает нам много атаки. Там вот чем один урон сейчас. Но тем не менее мы прокачиваем свой кубик, и мы можем, например, вот так вот этот кубик прокачать. Следующий ход. Я, наверное, понимаю, что я не смогу все равно получить пока содержимое сундука. Я оставлю так, добью тебя. И с сундуком пока делать нечего. Так, 10 зарядов ударом щитом. Можем получить белый и синий кристаллик. О, давайте. Так. А, их уже много. Их уже много. Это уже неприятно. У нас 2 монетки. За 2. Я могу избавиться от 2 солдат. Что в целом неплохо, но я бы, может, хотел выкинуть здесь вот 3 меча. Давай-ка делаем еще раз. Ну, а так вот уже получше. В принципе, с дэшем щитом. Можем считать, что вот это 3 меча и есть. Тогда мы можем избавиться от этого тролля. И избавиться от этого солдата. Уже получаем 2 урона. Так, плюс у нас щит был. Так, здесь 2 меча, что позволяет нам избавиться от гоблинов. Что в целом неплохо. А, давайте. Можем, наверное, подождать и покопить, но... Так. Новый заряд уменьшает стоимость каждого апгрейда в магазине на 1. Это интересно. Это интересное улучшение, но я хочу взять вторую звездочку. Так, и вот эта вещь, которая дает нам ключик, тоже вроде как неплохая. Давай тебя поставим как-нибудь вот так. Ну, там даже 6 идут. Серьезные ребята. Так. Что, оставим? Тогда у нас будет щит. Он бьет на 2. Либо можем попробовать перебросить. У нас будет белый кристалл, который мы можем использовать. А давай ставим. Так, можем сейчас сделать атаку щитом на 3 и избавиться от лучника. Повысили уровень, получили еще один кубик. Отлично. Вот теперь пойдет. Так.
Теперь давай используем святой свет. Больше максимум здоровья, плюс 7 здоровья, это хорошо. Так, мы получим одну монетку, плюс 2, это как-то не очень интересно. Это чуть поинтереснее, плюс щит. Атака нам, наверное, не очень нужна. Давай еще разик. О, 3 атаки. Ладно, тут уже мы поменять не можем. Давай тогда тебя стукнем. Так, можем попробовать тебя захватить сейчас. Если мы тебя захватим, то будет давать заряд для каждой наших способностей. Что неплохо. Да, давай. Мы тебя ударим. И плюс, давай пробуем захватить. Шанс захвата у нас 90%. Есть. Эта грань кубика сейчас очистилась, но зато у него есть свойства. И атака у гоблина визарда двоечка. Мы идем на следующий ход. Получаем дополнительную монетку. Можем получить еще две монетки. Так, впереди 5-6 волна. Хочется все-таки получить максимум звездочек. Поэтому давайте сделаем так. И посмотрим. Можем захватить еще одного визарда. Но шанс захвата небольшой, 60%. Давайте, наверное, сейчас сделаем реролл. Во! Во, тут у нас уже 3 атаки. 3 атаки. Это, конечно, не позволяет избавиться от... 3 атаки это хорошо, а вот все остальное как-то, ну, не очень. С другой стороны, можем так накопить... давай ставим. За 3 атаки можем убрать солдата. Можем убрать солдата. Это хорошо. Можем ударить тебя, чтобы в следующий раз попробовать тебя захватить. Давай сделаем так. Сейчас мы получаем кучу урона. Он сам себя атаковал. Ну, нам же лучше. Нам же лучше. Отлично. Так, посмотрим, что здесь. Монетка, это, конечно, хорошо. Ничего, все в магазине такое дорогое, это все. Давай посмотрим, что-нибудь более интересные грани. Вот. Вот эти грани, они намного более интересные. Например, потому что это не только защита. Мы сделаем атаку щитом. И это уже 3 атаки, и это 3 атаки. Ну и плюс это защита. Давай от гоблина избавимся. Это может сам себя атаковать. Так, мы можем поменять все, что есть в магазине, но давайте лучше подкопим. Тут очень красивые атаки есть. На 3 меча и 2 щита, например. Монеток, правда, нету. Поэтому копить будем долго. Так. Можем атаковать на 2 кого-то. Давай оставим. Хотя бы одну монетку есть. Так, и можем, в принципе, заменить одну из граней. Давайте заменим. Давайте заменим. Поставим, например, как-нибудь вот так. Ну, все будет хорошо. И разберемся с вами. Раз. Два. Так. Можем получить здоровье, но давайте получим больше звездочек. И я хочу еще больше звездочек как-то получить. Вопрос как? Может, повысить уровень? Попробовать. Так. Нам не хватает монеток. У нас есть один щит. Нам не хватает атак щитом. Всего у нас сейчас 2 атаки. Давай-ка сделаем реролл. Нет, плохо. Нужно что-нибудь получше. Вот так вот, так уже больше. И так, наверное, это лучше. Можем избавиться от этого тролля. Как минимум, получить один щит. Ну и плюс монетка. Давай так и сделаем. 3. Плюс щит. Вот. Живем. Пока живем. Так, можем на 2 кого-то атаковать. На 2 и на 1. Убиваем этого гоблина. За 3 мы пока, конечно, ничего не сделаем. Но в целом, пока живем.
Давай так. Раз. Два. У нас есть один щит. Этого маловато. Ать. Больно, неприятно. Зато у нас есть атака на три. А у тебя... А, не пронзающий урон. А, давай оставим, наверное. Потому что у нас есть... Вот атака щитом. Это даст нам две атаки здесь. Да, давай. Можем ударить щитом. Дополнительно две атаки. И за две, и за три можем избавиться. Ну да, от тебя избавляться уже. Поэтому давайте от этих двоих избавимся. Так, мы повысили уровень. Отлично, максимум здоровья увеличился. И что сделать? Носить тебе два урона, либо не получить два урона самому. Давайте не будем сами два урона получать. Так. И давай уже добьем его. Оставить. А где же, где же пятый стрик? Мы не набрали 500 очков. 495. Не открыли сундук, видимо. Жаль. Жаль, но открыли новый сценарий. И разблокировали ниндзя. Так, и новую силу кубиков. Цепь. У кубиков могут быть цель. Когда выбрасывает цель на двух или больше кубиков, это будет комбо. Плюс, может, ошеломляющая атака. Ошеломленные монстры пропускают одну атаку. Все классы могут изучать способности ниндзя. Новый сценарий разблокировали. Новая реликвия у нас есть. 495. Немножко не хватило. Ладно. Зато можем сейчас поменять класс на ниндзя. Посмотреть, что нам дает том мудрости. А у всех способностей больше зарядов. Это, конечно, хорошо. Что может делать ниндзя? У ниндзя очень много камешков. У него есть сюрикен. Один урон цели. Плюс 50 на 50 шанс, что мы получим красный гем. И мы можем всех ошеломить. Так, пробуем теперь ниндзя отправиться в бандитский рейд. И посмотрим, что из этого выйдет. Ну, кстати, цепи у нас с самого начала есть. Но не сейчас. Но тем не менее, мы сделаем раз, два. О, белый кубик взять зачем? Давайте рёл. Монетка — это хорошо. Хотелось бы монетку и меч, да? О, есть монетка и меч. Идеально. Так, можем взять себе кучу здоровья. Но, наверное... Наверное, нет. Наверное, за 5 я бы взял себе нижнюю грань. Уже что-то выглядит заманчиво. А пока давай разберем свои. Блин, у тебя же сундук. Сундук на единичку. Похоже, мы пропустили этот сундук. Ладно, следующий ход. Надо обращать внимание, когда у них есть сундук, когда нет. Возьмем тебя. Так, за 5. Та штука ушла вниз. Это нехорошо. Здесь, конечно, есть пронзающая атака. И меч с монеткой. Меч с монеткой — это хорошо. За 5. Ну, мы уровень повысим. Давайте, наверное, попробуем так. Вот так вот повысим. Можем научиться бэкстебу. Один урон от цели. Если цель ошеломлена, носит 3 урона вместо этого. И можем... Давайте ослабление возьмем. Пока бомба нам не выпала. Я хочу выбрасывать рерол. О, вот комбо. В 2 раза больше. Это хорошо, что мы взяли вот такую грань. Видимо, сейчас получим больше монеток. Оставим.
Да, две монетки. Плюс два здесь. Окей, живем. Три монетки можем взять, но я хочу больше звездочек. Теперь. Здесь комбо пока нету. И хотя здесь есть три монетки, и это неплохо. Давай за ролем. И здесь. А сейчас мы выбросим что-то не очень хорошее, да? Но у нас есть ослабление. Можем ослабить Брута. Можем бросить в него один сюрикен. Можем вот дымовую бомбу бросить. Давай дымовую бомбу бросим. Красный и белый. Зачем? Чтобы бросить еще одну бомбу? Наверное, нет. Да, но... Возможно, сильно растыковать красная бомба. В целом, может быть и неплохо, но я хочу комбо. Комбо хочу. Фиг мне не комбо, говорит. Ладно. Ладно, это мы уже оставим. Четыре монетки. Избавляемся от... У гоблина-солдата там сундук. Давайте пожадничаем. Жадность до добра не доводит, но я хочу пожадничать. Так, эта грань нам, в принципе, доступна. Надо кого-то захватить будет кубик. Так, ты позволишь ваше ошеломлить. Не, давай еще что-нибудь. Не нравится мне, как оно идет. Хотя, слушай, у нас же сюрикен есть. Давай. Вот так. Да, да. Да, так будет с каждым. И я, наверное, сделаю вот такую вещь. Здоровья остается мало, но у нас есть неплохая атака цепями. Стоп, 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 не уходим. Используем сюрикен. И еще раз используем сюрикен, чтобы получить больше монеток. Монетки нужны, плюс это дает больше очков. И у нас есть третий кубик, что хорошо. Так, еще один стрейк. Это как-то слабенько. Давайте попробуем перебросить. А вот это уже хорошо. Две пронзающие атаки. Плюс две атаки здесь. Плюс здесь больше монеток. Я думаю, так и это все и оставлю. Тип. Итого. Можем избавиться от тебя. За 4 атаки. И от тебя. Но. У тебя-то есть... ну у нас еще сюрикен есть. Сюрикен, значит, возьмем. Давай в сюрикен в сундук кинем. Сюрикенов не осталось. Сейчас сундук уйдет. Сейчас сундук уйдет. Не посмотрел. Слушай, сундук остался. Сундук остался, это хорошо. Обычно сундуки уходят. Так, подлечиться, в принципе, хорошо. Но я хочу что-то. Монетка. Хотя у нас много монеток. Можем взять вот эту вещь. За 5. Давай возьмем. Так, 3 хода осталось. Мы можем подлечиться, взять сюрикен. Это мы с ним разберемся. А пока давай подлечимся, там мало здоровья. Подлечиться еще. Взять монетку. Ударить тебя. Давай. Давай так и сделаем. Может, надо было, конечно, перебросить. Так у нас есть потихоньку подхил. Последний ход, говорят. Надо две атаки выбросить. У нас есть две атаки и подхил. Возможно, хотел бы я получить атаку и... А давай ревал. Во!
Так, если я так больше монеток. Плюс. Оставить. Окей, значит, 6 монеток здесь есть. Эта сторона кубика неактивна. Это нехорошо. Вот эту штуку можно было бы взять. Чтобы выйти такого. Либо тебя, чтобы попробовать кого-то захватить. И получать больше монеток. Это выглядит неплохо. Давай вот так вот поставим. Плюс 5 опыта. Плюс больше монеток. Так. Так, плюс больше звездочек хочу. Буду женичать. Так, эта штука есть. Можем кого-то ошеломить. Плюс можем подлечиться и пробить. Но в целом хочу револ. Хочу, чтобы какой-нибудь комбо было. Две монетки есть. Итого 4. Можем взять вот эту вещь. Что, ну, в целом неплохая. В целом неплохая. Ее можем поставить сюда, но хотел бы что-нибудь с цепями. Цепи — это хорошо. Цепи — это хорошо. Хочу я кого-то захватить. Ты можешь унить. Тебя, например, захватить. А, давай попробуем. Кип. Отлично, нам дали сюрикен. Сюрикеном. Избавляемся от тебя. Просто чтобы не получать урон. Осталось 5 сюрикенов. Зато у нас есть 6 монеток. 6 монеток, в принципе, вот если бы те располагались по-другому, было бы лучше. Тогда бы мы могли вот хороший ключик сюда поставить. Ключик — это хорошо. В целом мы можем сделать ресток. А что может еще? Щит, монетка, но это маловато. Хоть что-то получше взять. Да? Давай следующий ход. Во. Что это такое? Угу, можем еще жизнь стащить. Это повеселее будет. Можем сюда вот вниз. Тогда вот так вот поставить. Я думаю, вот это вот мы оставим. Хотя... Это даст нам много белых кристаллов. Белые кристаллы нам не сильно-то нужны. Можно, конечно, их ослабить. Ой, я промазал. Ладно. Тогда можем сделать реролл, чтобы получить монетки. Монетки всем понадобятся. И все-таки взять себя. Как-нибудь... Вот так. Так, повысили уровень. Отлично. Ну, пустую грань надо чем-то заменить будет. Но тут проблема с заменой, потому что здесь у нас крутые грани. Рядышком их терять не хотелось бы. Неприятно. Неприятно. Но вот это мы оставим. Подхил. Плюс куча атаки. Так, больше очков. Сколько у нас? 344. Надо еще больше очков будет пробовать набрать. Мы открывали сундучки, конечно. Так, что можно взять здесь такое? За 4 монетки можем взять тебя. Давай сделаем реролл. Да что ж ты пустой эту грань выпадаешь? Давай. О, вот это хорошо. Вот это я оставлю. Можем сейчас последнюю дымовую бомбу использовать. Чтобы нас не атаковало. А то их много. Страшно. Это вот мы оставляем. У нас теперь 6 монеток. Можем взять тебя. Это множество атаки вычивает. Ну, конечно, атак на 1. Угу. Это на каждый меч, который еще выпал, будет увеличиваться. Это забавно. Это забавно. Можем взять вот эту вещь с цепочками.
будем получать кучу сюрикенов. А с помощью кучи сюрикенов можем их добивать всех, что тоже хорошо. Плюс здесь у нас атака 4, мы ошеломляем. На 4 мы можем избавиться от тебя сразу же. И давай так и сделаем. Вот так вот. И что нам? Эти стоят, ничего не делают за 6. Хочу ли я взять тебя? Так-то в целом, наверное, хочу. Это неплохая атака сама по себе. И, может быть, я хочу вместо белого взять. Возможность ослаблять. Она, конечно, забавная. Но я, возможно, сделаю вот так. Окей. Еще две атаки у нас есть. Кого в кого? Только в одного. Наверное, в Брута. Может, какой-то он жестокий. Ослабить мы можем и потом. Итак, следующий ход. Отлично, здесь у нас цепочка сработала. Можем нанести кучу атаки. Плюс сюрикеном добить. Я думаю, можем так и оставить, наверное. Раз. Плюс... О, дополнительную атаку дал солдат. Отлично, спасибо тебе. Раз. Сюрикен. Раз. Два. И сюрикен. Так, плюс 120 очков. Это будет 480. Немножко не хватило. 490. Ну почему? Почему нам не хватает? Неясно. Неясно, но ладно. 4 звезды, это неплохо. Мы открыли элементалиста. Мы разблокировали новую способность на кубиках. Волшебная атака. Тратим красные джемы, чтобы удвоить урон. То есть теперь есть универсальные джемы. Как джемы любого цвета. Все классы могут усилить способность элементалиста. Новый сценарий тоже разблокирован. 495, 490. Это же надо постоянно максимум добивать. Окей. В принципе. Раз, два, три, четыре. У нас получается 10 классов. 10 классов по 5 звезд на каждый. Итого 50 максимум. Хотим ли мы пробовать элементалиста? Или пойдем в вампирское гнездо? Пойдем в вампирское гнездо клириком? Или ниндзя? Можем ниндзя пойти. Так, у всех способностей будет больше зарядов. И получать монетку. Посмотрим. Тут можно еще дополнительно разблокировать. Причем 10 звезд в обычном режиме в качестве ниндзя. Конечно, клирика могли бы разблокировать эту перчатку. Ну, посмотрим. Пока пойдем так. Так, летучие мыши. У нас в самом начале есть две монетки. У них пугающая атака. Урон добавляет страх. Вместо уменьшения здоровья. А если я на полу получу 10 страха, я проиграю. Зато у меня будет больше монеток. Больше монеток, я больше получу, раньше получу уровень. Плюс больше всего могу скупить. И это хорошо. Плюс я могу прямо сейчас тогда заменить. Вот так. На 3. И давай я ставлю, так и быть. Так, все, теперь оставляем это. А, я еще получу еще один страх. Или не получу, потому что у меня куча сюрикенов. Так, за 4 я могу взять вот этот, вот эту атаку, которая, в принципе, неплохо встанет вот сюда. Вот так. И мы повысили уровень. Отлично, 50 очков плюс
Вот, конечно, убрать два страха это неплохо. Вот тут сидеться не получится. Такое ощущение. Так. Можем поменять две стороны на наших кубиках или в магазине. У него одной из них должен быть всего цепи. А что, я могу взять, допустим, цепь отсюда и из магазина? Серьезно? Звучит как что-то интересное. Если я действительно так могу, то это было бы здорово. Например, тебя заменить на цепь. Либо взять сосульку. Сосулька носит один пронзающий урон целевой цели. И цель становится замороженной на два хода. Что довольно легко делать. Ну, давайте тебя возьмем. У нас как раз есть. Давай посмотрим. Если я пробую выбрать тебя и тебя. Да, они поменялись. Неплохо. Так, и у нас есть две атаки. Одна атака, к тому же, ошеломляющая. А плюс красный кинжал. Давайте, наверное, так и сделаем. Избавимся от двух крыс, которые страх накладывают. Так. Эта штука крыса страх не накладывает. Помним, что у нее сундук еще. Так. У нас одна монетка. Осталась. Красный-белый нам нужен. Так, здесь, в принципе, можем ошеломить. И получить большое количество кристаллов. Синий кристалл нам пока использовать незачем. Ни на чем и некак. О, вот это было бы неплохо. Потому что у нас здесь есть ключик. У нас есть сюрикен. Да, давайте так и сделаем. Плюс два белых. Я, пожалуй, это оставлю. Использую сюрикен, использую меч и использую ключик. Отлично. 6 монет, что позволяет нам взять какую-нибудь интересную грань. Например, вот такую. Или вот такую. Эта грань хороша, если у нас будет кто-то заточен в кубик. А вот эта грань. Просто хороша. Кучу белых. Я могу же поменять просто грани отдельные. Могу поменять просто отдельные грани. Ну, где-то должно быть. Либо я лишусь цепочки. Я могу лишиться цепочки. В принципе, это не так страшно. Но вместо цепочки получить, например, два белых кристалла. Щит. И клык. Ну, клык нам, может, не так нужен. А вот клык, белый и красный кристалл. Вместо чего? Может, не так и хочу все это делать. Или... Заменить на ловушку. Да, наверное, заменим на ловушку, чтобы кого-нибудь попробовать поймать. А, ну я тогда потеряю цепочку. Цепочку терять не хотелось бы. А с другой стороны... Цепочку не хотелось бы терять, но похоже придется. Похоже придется, давайте сделаем вот так. И пойдем на следующий ход. Может кого-нибудь сможем захватить. Берем, конечно, звезду. Так, 3 вампирских мыши. У нас 4 монетки. За 4 монетки мы... Хотя у нас появляются уже хорошие грани с цепочкой. Это означает, что мы можем взять, например, и заменить вот этот меч на меч. Ну, хотя тут у нас цепочки уже 3, а здесь цепочка 1. Поэтому, чтобы это было лучше... И чтобы чаще срабатывало, есть, наверное, смысл поставить тебя куда-нибудь вместо вот этого.
Ну, я думаю, да. Стоит заменить вот эти две. Это увеличит шанс цепного взаимодействия. Назовем так. Хочу ли получить себе монетку и кого-то ударить на один? Так как у нас сейчас все вот это есть. Так, если я пусть могу тебя захватить, то я могу с некоторым шансом восстановить себе одно здоровье. Что неплохо. Вот эту грань нам пока особо некуда. Давайте рел. О! Это даст нам три мяча. Три мяча. Что нам делать с тремя мячами? Что нам делать с тремя мячами? Может, еще раз его сделать? Хотя так мы можем избавиться от одной крысы. А можем... Давайте избавимся от одной крысы. Ладно. Так. Нет, мне не нравится этот результат. Давай еще. О! Отлично, 4 мяча. Можем тогда оставить. Давай оставим. Чтобы избавиться от одной крысы. О, и у нас появляется новый вид атаки. Плюс 2 монетки еще. И 2 атаки здесь. Плюс у нас... А у нас сюрикенов нету. Ну, в принципе, защита есть. Ходы у нас еще остались. Давай ставим. 2 щита. Можем подумать, что и как хотим заменить. И хотим ли заменить. По-хорошему, вот здесь это все весьма неплохое. Ну, кроме, может быть, вот этого. Потому что у нас еще сами грани тут в шахматном порядке как-то идут. Что, наверное, не очень хорошо. Можем тебя стукнуть, но ты все равно восстановишься. С тебя одно здоровье. Взять тебя. Чтобы пробить волшебную атаку. Так, я могу что-то заменить. Могу вместо одной монетки. И ловушки. Ну, хотя на ловушку мы уже потратились. Хорошо бы кого-нибудь поймать. А потом уже менять ловушку. Поэтому это, наверное, пока нет. Здесь щит и куча кристаллов. Но синие кристаллы нам просто не нужны. Мы с ними ничего не делаем. Это у нас мало атаки. Такой вот. То есть атака у нас по одному есть. Этого недостаточно. Так, давай пробуем тебя поймать. Отлично, поймали. Получили уровень. Получили... кубик. И этот кубик мы хотим прокачивать. Очень хотим прокачивать. Что мы хотим в него засунуть? Наверное, вот эту атаку. Возможно, универсальный джем. Плюс ключик. Что, еще один ключик? А, у нас, кстати, здесь освободилось. Теперь можем сюда что-то вставить. Что-то без ловушки. И что-то может быть как раз вот такое вот. Ну? Можем взять вместо обычной атаки. А что нам тогда с этим делать? А ее потом цепочкой какой-нибудь заменим. Давай пробуем сделать вот так. Мне кажется, довольно странный ход, конечно. Ладно, давай еще одну звезду. Ага, приветики. Это как-то нехорошо. Так, не хочу, чтобы они атаковали. Видимо, сейчас я потрачу все дымовые бомбы. И мне пока не нравится все, что у нас выпало. Вот мы давайте делаем реролл. 4 атаки суммарно. Атака равна моему текущему страху. Добавляется один страх каждый ход. Но тебе все равно, да.
будет от тебя избавляться, так можем избавиться от трех крыс. Ну да, еще орел сделаем, вдруг будет что-нибудь лучше. Так даже лучше будет, да. Так можем избавиться сразу от тебя. И это хорошо. Он не будет нас накладывать дополнительный страх. Давай. Есть. Плюс дымовую бомбу, чтобы не получать страх сейчас. Монетка — это хорошо, все остальное как-то пока не очень. Нет. Во! Все три цепочки. Это отлично. Это мы оставим. Хоть в целом на будущее нам это не очень-то и нужно, да? Мы от трех можем избавиться. Но зато в три раза больше. Что забавно. Давай оставим. Три щита. Нам нужен красный. Давай, наверное, чтобы не получать страх. Еще одну дымовую бомбу я использую. Тут, конечно, атака есть. Нам на атаке хватит любой. Я хочу, наверное, больше монеток каких-нибудь получить. Либо какую-нибудь... Да, хочу еще хотя бы одну монетку. Возможно, я хочу тебя поймать. Да, тогда у меня будет шанс, что потеряю страх. Как бы странно это ни звучало. Так, но здесь у нас есть хотя бы одна монетка. Давай оставим. Это дает нам возможность взять вот эту грань. И разместить ее, например, вот так, да? Плюс 4 опыта. И давайте опробуем. Пошли дальше. Получить монетку, конечно, неплохо, но нам надо получать. Я вроде получил себе звездочку. Почему у нас так мало звездочек? А, если у меня в конце сценария будет непотраченное золото, я тоже получаю дополнительные звездочки. Понятно. Так, ну это даст нам две монетки. Две монетки — это три. Подарил. Это даст нам две атаки. Это из плюсов. Мы можем тогда заменить одну грань будем. А, давай. Давай тогда это оставим. Мы можем заменить еще одну грань. Какую? У нас есть грань здесь с цепочкой. В принципе, он носит два урона. Мы можем избавиться от тебя и от тебя. Так, и можем использовать мастерство, чтобы заменить какую-то грань. Должна быть обязательно, говорят, цепочка. Ну, цепочки мало. Давай подождем. Хотя вот ловушку хочется, наверное, взять. Поменять ловушку на... Так, я могу... Варивал. Так, ну, окей, давай попробуем сейчас тебя поймать. Ловись. Поймался. Хорошо. Так, что у него за свойства? Дает два здоровья. Когда у меня один или больше щитов на этом кубике есть. То есть нам нужны кубики со щитами. Тут пока хороших кубиков нету. Купить мы их тоже пока не можем. Давайте пойдем дальше. Я понимаю, что уже пятая волна. А у нас третья звездочка только.
Так, вот эта атака мне нравится. 3-3. И здесь 3. Можем сразу ее, наверное, оставить. Давайте оставим. Хорошо выбросили. Сюрикена хотелось бы кинуть, но... Ладно. Так, я все еще могу заменить грань. И теперь я могу посмотреть, у меня, если смотреть из новых граней с цепочкой, здесь вообще есть пустая грань. Из грани с цепочкой я могу заменить ее сразу на две пронзающих. А интересно, если я вот эту грань заменю сюда, я сразу их получу? Тогда нам будет сложно заменить вот эту вот грань с монеткой. А давайте попробуем. Вдруг оно сразу сработает? Нет, оно сразу не сработало. Бу. Так, ну, зато у нас куча пронзания. Давайте вот так оставим. Есть небольшая проблема у нас с получением сейчас красных гемов. Поэтому надо будет сейчас тебя оставить, чтобы себе где-нибудь красный гем хороший взять. Может быть, мы даже из-за этого потеряем цепочку где-нибудь, но нам нужны красные гемы. Так, за 3 мы можем взять щит и больше ничего. Щит нам хотелось бы на этом кубике все-таки иметь, хоть какой-нибудь. Так, давай, наверное, револ. Так, две пронзающие атаки. Неплохо, конечно, но вот так-то лучше. Так лучше. Отлично, два щита есть. Плюс пронзающая атака. Можем тебя ошеломить, чтобы ты мне страх на меня не накладывала. Это раз. Дальше. Два. Два. Но можем от тебя убрать. Вампиром потом заняться. Давай. Так. Вот. У нас выходит еще одна грань. Да, в принципе, вот у нас есть неплохая грань и с щитом, и с цепочкой. И у нас неплохая атака здесь в целом тоже есть. Поэтому давай. Тебя мы используем. А что я хочу заменить? Вот это, в принципе, хотелось бы сразу парочкой заменить. Монетку тоже хотелось бы потом заменить. А сейчас давайте пустую грань заменим на щит. И красный это. С цепочкой. Так. И давай сюрикен. Сюрикенов не осталось. Я думаю, где-нибудь их найдем еще. Так. Давай возьмем все. Звезду. 570 у нас, но надо больше. Надо больше. Так, у него пронзающая атака, пробивающие щиты. У нас, в принципе, 3 дымовых бомбы есть. Можем на 2 использовать. Монетка в целом хорошо. Можем сейчас взять себе вот эту грань. В этой грани 2 меча. Нам не надо что использовать синие кристаллы. Это, конечно, дает нам возможность атаковать тобой на 2. Но в целом нам не нужно. Две монетки тоже, наверное, не нужны. Так, тоже нет. Давай револ. Вот так вот, ну, хоть что-то. И мы, наверное, сейчас используем одну дымовую бомбу, потому что мы получим 2 белых кристалла. У нас место только для одного.
поэтому... Дымовая бомба. Это последняя волна, поэтому нам нечего бояться. Так. Дальше надо избавляться от мышей. В принципе, мыши сейчас не атакуют. Сейчас никто не атакует, поэтому можем атаковать вас сами. Так, оставляем это. Давай тогда вампира и вампира. Так, давай следующий ход. Ага, много щитов предлагают нам. Нам предлагают много щитов. Атаки тут как-то не очень. Эти щиты, они, конечно, дорогие. Пока, наверное, позволить мы их себе не можем. А вот так вот. Это даст нам два красных кристалла. Плюс монетка. Что позволит нам заменить. Да, давай, наверное, оставим. Так, используем еще одну дымовую бомбу. Это все мы оставляем. Так, у нас есть один щит. Есть ошеломляющий удар. И я хочу получить, наверное, здесь больше щитов. Потому что мы получим больше здоровья. Когда там комика будут выпадать щиты. Поэтому я, наверное, один меч заменю на два щита с цепочкой. Вот так. Ну, штуку 7 уже не стоит. Так. Следующий ход. Осталась одна бомба. И можем пока избавиться от мыши. Не, давай так сделаем. Следующий ход. Ага. У нас есть возможность атаковать так. Отворивал. Лучше не стало. Стало хуже. А вот так вот стало лучше. Мы получим две монетки. Что хорошо. Плюс две атаки. Мы сможем усилить эту атаку. Так, чтобы он нас не атаковал. Хоть босса тоже можно захватить. Что интересно. Так, ну, во-первых, я использую новую бомбу, чтобы меня не атаковали. Так. Я могу нанести 4 урона. Вот даже это... Да, это будет 4 урона. Плюс здесь 4. Это 8. И, наверное, я сосредоточусь на этом. Давай, чардж. Так. И следующий ход нам надо хорошенько выбросить. Это, конечно, хорошо. Но давай хотя бы что-нибудь, что может нам сюрикен даст. Поэтому реролл. Две атаки. Куча белых. Белые нам еще не нужны. Давай что-нибудь хорошее. Ну, вот это получше. Это не идеально, но это явно сильно лучше. И так как это перебросить мы это уже не можем, давай его оставим. Мы можем что-то купить. С другой стороны, мы можем понадеяться, что так мы справимся. А так мы явно справимся. Давай тогда уберем тебя. Повысим кубик и получим еще один кубик. Это хорошо. И, наверное, изберем вампира. Мы получим сейчас два страха, но я думаю, это будет ненадолго. Давай сделаем рерол. Страшно. Очень страшно, но... А, ты еще жизнь восстанавливаешь. Да, в принципе, тут 4. Плюс возможность взять сюрикен. Почему 4? Тут 2 атаки. Плюс куча щитов.
Так, 4 хода осталось. Ну, мы от тебя избавляемся, сюрикеном. Давай. Так. А ты зачем сюрикеном? Делаем так. Все, страха больше не получаем. Мы можем, конечно, что-то купить. Но нам сказали, что оставшееся золото нам принесет больше очков. Поэтому, наверное, покупать не будем. Здесь 4, 1. Я думаю, можем сейчас завершать. У нас будет много здоровья. 2, 3. Сюрикен. Мы добыли больше, чем 640 очков. И рано кроля. Лорный сундучок. Эти сундучки добавляют новые способности и заряды для текущих способностей, когда мы их откроем. Отлично. Плюс мы разблокировали новую реликвию. Что это за реликвия? Что он дает? Ловушку. У них выше шанс захвата. Используемая ловушка заменяется атакой клыком, а не пустой гранью. Что в целом-то неплохо. Так. Дальше. Что у нас здесь по разблокировке еще есть? Если мы еще одну звезду за ниндзя получим, мы сможем разблокировать еще один артефакт. Что, конечно, интересно. А давай, может, попробуем клириком. Если клириком сработаем здесь... Вот мы не откроем. Давай пойдем на забытый остров. Клирик. Можем взять то, что нам предлагают. Мантию ловушечника. И получить монетку. В принципе, это неплохо. А потом, если мы пойдем еще сценарий, можем взять еще какую-то сумочку. Что интересно. Поехали, посмотрим, что у нас там на острове. Так, что значит overpower? Носит один дополнительный урон, если у меня нет щита. Хорошо иметь щит. Но у меня не будет щита, когда этот товарищ будет пробивать меня. А он игнорирует щиты. Вот тогда окей. Наверное, пока так и оставим. У нас будет щит. Щитом мы, кстати, можем сейчас ударить. А, не, мы пока можем не ударить. Зачем нам ударить? Потому что если мы ударим, там же... Там. Там сундук. Сундук я хочу как-то открыть. Давай сделаем так. Тут уж у нас ловушка вышная, поэтому плюс 20 нам показывает. 3. Давай рерол, наверное. Монетка и белая этот. Ну, хоть что-то. Давай. Можешь кого-то тебя захватить. Он может добавить стан. Слушай, это, мне кажется, неплохо. Плюс мы можем сделать как-нибудь вот так. Я бы хотел еще получить ключик. Но ключик будет очень сложно получить. Сколько открывается замочек, я не знаю. Давай ревал. Две атаки. Две атаки, и как нам пробить сундук? Да никак, наверное. Мы можем пробить одну атаку и пока отложить. Понимаете, что в следующее? Давай. Да, я хочу завершить. Это не совсем то, что я хочу. Давай еще. Давай меч и ловушку. Договорились?
Ладно, давай подождем. У нас ход еще есть. А вот сейчас уже последний ход. Два щита нам не нужны. Меч, возможность подлечиться. В целом-то неплохо. Давай ловушку. Во, есть ловушка, отлично. Поймали тебя. Что у нас? Можем взять сюрикена. Сюрикен себя неплохо показал. За красный гем. И помолиться. Так. А надо тебя открыть, у тебя 3 здоровья. О-о-о. А как? А как? А это последний ход, а он дальше уходит. Неприятно. Неприятно. Ладно, не откроем его. Увы. Так, 3 монетки. Ну, это все хорошо. 3 монетки дало бы нам возможность далеко пойти. Хоть могу ли я в один кубик сразу двух существ поймать? Возможно, что могу. Это было бы забавно. Но вряд ли. Я хочу вон тот кубик взять. А, давай, наверное, возьмем 3 монетки. Мы сейчас просто же смотрим, что может получиться. О, можем взять штуку даже с большим количеством цепочек. У нас цепочек здесь, конечно, нету. Медленный. Что означает, что он медленный? А после атаки он ошеломляется. Понятно все. Так, ну поймать себя сейчас будет сложно. С другой стороны, я могу попробовать сделать так. И давай реролим. Больше атаки. Ну давай. Оставим. Можем, кстати, атаку щитами сделать. Так, и тут можем поискать какие-нибудь монеток. Вот, монетка и возможность подлечиться. Ну, монетка это хорошо. Но монетка одна. Не то, что я хотел. Ладно. Идем дальше. 5 опыта. Конечно, неплохо. Но нам этого не хватит. О, продажа. Хочу. Хочу, только сейчас продажа появляется, я не знал, что такое есть. Хочу эту штуку. Хочу я, может, 5 опыта, чтобы что-то еще получить. Или больше очков. Если 5 опыта, у меня будет раньше второй кубик, третий кубик. Я могу быстрее его начать улучшать. С другой стороны, мне очень интересно. А могу ли я сделать так? Я могу получить еще одного вот такого дракончика. Так, какого шанса? 40% сейчас. Я с тебя атакую. Так, этот дракончик. Хотя можно эту атаку как-то заменить уже будет. Но что-то более подходящее. Так, 2 меча, это, конечно, хорошо. А у нас пока... А, ну вот, по поводу о хороших атаках. У нас вот это есть. Можем разыграть святой свет. С атакой щитом. Оставляем это. Так, такой роуминг. Двигает следующую волну с пустым слотом. Если это возможно. Ага. Он других будет призывать. Понятно, все с тобой. Так, он ушел на следующую волну.
Ладно, это надо будет в следующий раз его быстрее добивать. А пока давай получим немножко монеток. Так, хочу ли я тебя захватить? Возможно, что я хочу. Да, тут есть место еще для одного кубика, видимо. Или нету. А у меня тут есть еще одна ловушка, вот эти интересно. Как это себя поведет? Так, 5 опыта. Ладно, я думаю, мы без этого справимся. Так, вот этот рычащий. И два медленных. Возможно, надо было все-таки его добивать. Ну ладно. И получить немножко опыта. Так, этот товарищ, он мало дает, он стам дает. Случайные атаки. У нас атака вот только одна. Считай, это хорошо. Давай что-нибудь получше. Ну вот хоть что-то. Монетка. И... возможность восстановить немножко здоровья. Плюс... получить синий. Этот убежит. Ну, давай тебя ударю. 4. Я могу с тебя купить. Да нет, пока. Следующий ход. Больно. Этот убежал. Еще и атаку получил. Бу. Так, попробовать атаковать. А тебя замедлить, пробовать тебя захватить. Шанс захвата небольшой. Давай пробуем. А вдруг получится. 100%. Level up. А, он заменился. Он заменился, понятно. Но мы повысили уровень. У нас теперь более высокий гидрозавр есть. Заменит все щиты на данном кубике символами двух атак. Понятно. За 4. Ну, еще одна атака, наверное, не нужна. В принципе, у него атака 2. Что в целом-то неплохо. Давай следующий ход. 2-2. Синий кубик. Синих кубиков у нас много. Нет. Здесь можем его ошеломить. И получить монетку. Что неплохо. Ну и плюс, можем заменить тебя потом. На что-то более стоящее. Если за 4 возьмем вот эту грань. Хотя так, нас будет за 5. Вот у нас очень интересные грани здесь есть. Хочу еще раз перебросить. Хотя, есть ошеломление. 5. Хочу ли я кого-то из вас? В принципе, я могу подождать. Нижнюю эту грань все равно не беру. Поэтому давай перейдем к следующему ходу. Так, ну здесь уже более интересная атака есть. И эта атака... можно даже вот так вот поставить. Так, два красных было бы неплохо, конечно, получить. Я хочу побольше очков. Так, 3 атаки, это хорошо. Просто так, а здесь мы избавимся уже от тебя. Давай, наверное, так и сделаем. Плюс немножко подлечимся. Получим, конечно, кучу урона. Вдруг мы могли бы тебя захватить. Вдруг мы сможем тебя захватить. Давай-ка рерол. А еще рерол. Давай-давай. Захватить не можем. Стало хуже. Стало намного хуже. Ладно. Стоп, появилась монетка. Надо было все-таки тебя добивать. Ну, пожадничали, бывает. Никогда такого не было. И вот опять. Так, у тебя щиты. Поэтому тебя мы не пробьем. Надо рапторов, видимо, бить.
Давай раптора будем бить. Получаем кучу урона. От уходит и становится еще сильнее. Так, тебя мы можем захватить? Шанс захватывать тебя сколько? Он 100%, в принципе, можем. Тогда будем получать здоровье, когда враг становится ошеломленным. И можем раптора взять. А так наносит дополнительный урон. Противником его не считал. Можно двое, наверное, раптора захватим. Хотя, с другой стороны. Так, и мы можем заменить. Наверное, вот так. Сейчас мы как раз получим 5 урона. А, да. Мы получили 5 урона. И закончилось здоровье. Жаль. Но нам даже одной звезды не дали, потому что мы не прошли до конца. Давайте пробуем, наверное, еще раз. Давайте пробуем еще разик. Давайте, может, посмотрим даже на элементалиста. Мы, конечно, не разблокируем тогда вот эту вещь. Можно 10 звезд получить. Потом давайте все-таки клирика оставим. Поехали. Фух. В этот раз нам повезет. Я надеюсь. Так, это нам сейчас не поможет. Монетка, это хорошо. Возможность усилять атаки, конечно, тоже неплохо. Мы можем избавиться от тебя, но получим тогда весь урон. За 4. Взять тебя. А зачем? Хотя. Лихо попробовать выбросить две атаки. Если мне не выбросится две атаки, тогда. Тогда будет плохо. Я попробую выбросить две атаки. Нет, две атаки не выбросилось. Ладно. Все не очень хорошо. Можем, конечно, делать вот так. Получить немножко опыта. Кубик этой стороной не выпадет. Но мы потом, наверное, заменим на что-нибудь более стоящее. Потому что здесь у нас атака есть. Да, там не помогает. Давай больше атак. Больше атак. Вот хоть что-то. Так. Знаешь, я, наверное, хочу открыть сундук. У меня есть святой свет, который меня подлечит. Вот это меня не спасет. Щит, это меня тоже сейчас не спасет. Давай еще. А, вот это уже получше. Так, повышаем уровень. За 3 монетки можем попробовать кого-то захватить и получить пронзающую атаку. Так, 4 здоровья. В целом неплохо. Так, можем учиться молиться. Захватываем врага, у которого атака единичка, либо здоровье единичка в пустой кубик. Если что, кубиков нету, то заменит случайное существо. Я можем медитировать. Убирать все дебафы. Теряем 2 страха, что хорошо. Получаем 2 здоровья. Ну, научимся медитировать. Так, ну ты просто медленный. Так. Хочу ли я взять тебя? Даже не знаю. Возможность тебя захватить? Возможность тебя захватить — это, на самом деле, хорошая вещь. Но если я хочу тебя захватить... Как я хочу... Наверное, вот так. Попробуем сейчас сразу выпросить захват. Монетка — это хорошо, но я хочу попробовать тебя захватить. Отлично. Наверное.
Но вот эту ключку, сундучок мы уже не получим. Жаль. Жаль. Так, 5 опыта позволит нам быстрее получить. Давай. Значит, главное пройти. Уже не до быстрого получения. Так, ты убежишь после атаки. С вами лучше как-нибудь расправиться. Хотя бы от одного можем избавиться. Вот так. Вот, уже хоть что-то. Тут щитов не было. Да. Зачем мы его захватили? Ладно, этот убежал. Тут у него пронзающая атака, поэтому это нам не поможет. Это, ну, давай ставим, просто чтобы от него избавиться. Получаем кубик. Окей, теперь у нас 3 кубика. 3 монетки, у нас будет 5. Позволит нам, в принципе, взять вот эту вещь, что... Нам надо что-то на красное найти, какую-то способность. Может быть, нам сейчас что-то дадут. И в целом... Но это все равно стоит 7. Все равно очень много. Шанс поглотить. И получить больше очков. Ну, давай больше очков получим. Подумаем, как мы эти хотя бы... Боже, у нас... Нам нужны белые кристаллы. Вот что я могу сказать. Белый кристалл можно получить только здесь. Сейчас... Так, я еще хочу тебя захватить. Потом давай пробуем, может, тебя захватить как-нибудь. Не так, но у нас так будет белый кристалл. Белый кристалл у нас, в принципе, подлечит. И за 3 мы сможем получать красный. Красные кристаллы не нужны. Давай еще регенеру. Тут? Нет, лучше не стало. Ладно. Holy Light. Так, у него атака вылечилась, и он убежал. Это нехорошо. Это уже как-то все сложнее. И как-то надо придумать, как прокачивать свои кубики. Больше, наверное, монеток на них надо. Это какая-то странная вещь. Ее не хочу. Давай еще разик. Во. Можем тебя пробовать захватить. 70% есть, захвачен. У нас здесь как раз есть атака. Вот этот вот неплохо захвачен, да? У нас был тут щит, щит проводился на 2 атаки. В отличие от того. Ну, того мы захватили просто, чтобы урон не получать. Так. Вообще хочу, чтобы мне монетки выпадали. Вот. Или щиточков мне мало, да? Щиточков мало, другие. Хотя 2-2. И что? 2-2. Я могу помедитировать. Он даст мне немножко здоровья. Я лучше святой свет использовал. Ну, еще раз ревел сделаем. Во, у нас есть чит. То есть он не будет слишком сильно меня бить. И здесь мы атакуем. А, ну мы его побеждаем. Мы его побеждаем. Это так, из плюсов. Получаем дополнительную монетку. Так, уменьшаем атаку врага на 1. 9 опыта. 9 опыта позволит нам быстрее получить какую-то новую способность. Давай. Надо как-нибудь выжить. Так, мне очень нравится вот эта вещь. Я пока даже не знаю, как мне его захватить. 6 урона. Ну, это если вот здесь упадет вот эта грань, это 4 урона. Плюс здесь вот эти 2, если выпадут. Ну, давай сейчас все силы бросим на это. Мы не можем дать ему сбежать. Вот 4 урона выпало. А, ну и 2 урона здесь есть. Окей, мы убиваем тебя. А у тебя еще и сундук есть. О, хотел бы я сундук открыть? Ладно. Сундук остался с нами. Окей. Это хорошо. Мы можем избавиться от 2 рапторов. Во-первых, мы лечимся. Избавляемся от 2 рапторов. Я, наверное, даже возьму вот эту вещь, чтобы было больше защиты. И, наверное, даже возьму его вот сюда куда-нибудь. Вот так.
Чё, сейчас я получу 3 урона? Так, но... За 2 я могу избавиться от тебя? Да, давай. Ага, этого не хватило. Этого не хватило. О, надо было ролл делать. Я же забыл, да, что у тебя щиты. У тебя щиты. Ладно, реролл. Тебя-то мы пробьем. И ты ничего не это. Давай еще раз реролл. Угу, это дает нам 2 атаки. 2 атаки этого недостаточно, потому что у тебя что? Да, этого недостаточно. Тут, конечно, распродажа в довольно неплохой грани. Но мы с этим ничего не сможем поделать. Атаку считаем, это тоже нас не спасет. Ладно, получаем урон. 3 штуки. Ну и получаем монетку. Но. Откроем садок. Так, 11 монет. Надеюсь, что на этой распродаже можем взять тебя. Давай заменим. Наверное, вот так. Это очень хорошая атака. Мне нравится. У нас целых 8 есть. Хороший сундук. Можем тогда получить хорошую атаку. Так, ну белые нам, наверное, тоже нужны, да? Хотя это универсальный, вот. Можем сделать вот так. Это тоже будет хорошо. Надо будет как-нибудь восстановить здоровье. Так, последний ход, говорят. Ну, я согласен. Пусть последний ход. Я тогда их убиваю. Повыше уровень. Еще один кубик. Окей. Так, я бы хотел что-нибудь с цепочкой найти. За 9 было. Так. Тебя взять. Требует очень много ресурсов. Вы все равно захватывает не боссов, случайно просто кубик. Это неплохо. Но, наверное, хочу еще одну звездочку. Один страйк. Так, это вроде не сложно. Это вроде не сложно. Главное сейчас выбросить хороший результат. Чтобы было побольше монеток. Побольше атак. Так, синий кубик нам сейчас не нужен. Так, у нас есть 2 здесь. 2 плюс атака щитом. 4 здесь, еще один здесь. Получим единичку урона. Так. Получаем единичку урона. Мы все еще живы. Мы все еще живы и можем продолжить наносить урон. Хотелось бы, наверное, может. Еще бы понаполучать всякого. Можем медитировать. Чтобы восстановить больше здоровья. Ну вот за 3, тут вот это вот предлагается. Может делать ролл? Может делать ролл, надеяться, что мы сможем вот это вот по дешевке взять. Давай сделаем ролл. Я хочу, чтобы у меня вот эта грань выпала. Неплохо. Нет. Давай. Слушай, ну две монетки у нас есть. Только получим один урон. Давай. Может, это очень крутая грань. Мне она очень нравится. И давай ее возьмем. Возьмем, наверное, вот сюда. Может, это у нас не прокачанная вещь. Возьмем ее как-нибудь вот так. Теперь. Убиваем тебя, чтобы ты нам 3 урона не наносил. Единичку урона он нам наносит. Наконец, можем немножко помедитировать, чтобы чувствовать себя чуть более уверенно. Так, белый кубик. Белый кристалл, это хорошо. В принципе, восстанавливаем здоровье. Тут за 4. Уж распродажи, это хорошо. Давай, наверное, оставим.
У нас много кристаллов. Отлично, можем еще медитировать. Надо сказать, скоро умение закончится. Так. Погнали дальше. Ага. Надо бы по-хорошему. Так, ну это две атаки. Или четыре атаки. Это одна атака. Надо, чтобы еще больше атак было. Давай рерол. Одна. Два, третья. И потом можем, наверное, щитом ударить, да? Давай, наверное, так и попробуем. Жалко, что это игрока не попадает, но... Атака щитом. Вот так. А то сейчас мы будем надеяться, что нам выпадет грань на две монетки. Мы можем взять вот это вот. По распродаже. Давайте посмотрим. Одна монетка. Ну, это маловато. Я думаю, одна атака у нас только такой выпадет. Ну, атака это выпала. Плюс можем восстановить здоровье. Плюс, конечно, есть белые кристаллы. Все такое. Ну, давай оставим то, что есть. Увы, тебя мы не победим. Не возьмем. Хотя, пока еще шанс есть ее забрать. Так, у нас 4 звезды. Колоссавр. Когда он наносит урон, другие враги получают 4 здоровья. Он медленный. И надо бы броню получить. Окей. Броню, чтобы мы щитом ударить, да? Я думаю, неплохо. 4 монетки мне хотел бы в прошлом ходу, чтобы были. Сейчас-то мне мало здоровья. Так, так, это даст нам сколько? Каждый щит дает по 2 атаки. И это неплохо, это даст нам 4. Это даст нам 5. Мы можем избавить сразу от тебя. Плюс монетка. За монетку мы сможем купить тебя. Давай. Можем тогда сразу купить тебя. Наверное, даже как-нибудь вот так. Или вот так. Где у нас? Не, наверное, вот в этом месте у нас больше слабых. Возьмем так. Теперь избавимся, наверное, одного гидрозавра. Атака щитом. Окей, он сейчас замедлится. Наша задача... уничтожить тебя. В принципе, из плюсов у нас есть две монетки. Ну пусть сейчас это атака щитом, что хорошо. Да, давай, наверное, вот это вот оставим. Раз, два, три. Атака щитами. 4 сюда. 2 в тебя. Так, куча монеток. Плюс щиты. Я думаю, мы это оставим. Это позволит нам получить больше очков в конце. Ну и плюс 2. 3. 4. И атака щитом. 5. Повышаем уровень. Бонусные очки. И мы добыли больше, чем 650 очков. 5 звезд. Отлично. Разблокировали. Краснобор приключенца. Разблокировали новую реликвию. Ангельское прикосновение. Давай посмотрим, что они нам дают. В демо-версии нам следующий сюжет недоступен, но... Эта вещь добавляет 2 сердца к нашему первому кубику, 1 ключик ко второму, щит к третьему
и дикий камешек к четвертому кубику. Полезно. И ангельское касание говорит, что я получаю белый джем, если у меня полное здоровье в конце волны. И у меня сразу будет способность медитация, что позволит мне избавляться от страха, убирать дебафы. В общем, с ангельским касанием удобно проходить тебя. Плюс, что мне нравится, есть возможность подобрать реликвии, что как раз вот подбирает наиболее подходящие вещи. Хотя мне очень нравится бездонный мешочек. Может получить золото, чтобы быстрее получать полезные грани, тоже хорошо. Ну и про ключики забывать нельзя. Ну а мы давайте выйдем в главное меню. И я напомню, что это у нас игра Circadian Dice. Большое спасибо за просмотр. И увидимся.